Так почему же в последнее время большинство людей предпочитает для своего отдыха гостеприимное, солнечное Гоа? В первую очередь, это множество белоснежных благоустроенных пляжей, разносторонняя и очень древняя глубокая культура местных людей, спокойная, расслабленная, недорогая жизнь, в том числе невероятно вкусная и запоминающаяся индийская кухня. Например, пляжный ресторан «Колесо» работает 24/7 и может предоставить вам блюда как индийской, южной, тибетской, континентальной и итальянской кухни. Там же, на побережье Северного Гоа, вы можете останавливаться в деревнях Мандрем, Ашвим, Арамболь и Моджим в благоустроенных отелях и резортах. Кроме того, у вас есть эксклюзивная возможность стать первыми постояльцами пятизвездочного отеля Mayfair с VIP-сервисом, с бассейном, с невероятно роскошным внутренним дизайном, расположенным прямо на океане. Посещение Индии открывает для вас возможность воспользоваться тысячелетним опытом и секретами древнейшей индийской системы оздоровления человека – аюрведы. Пройдя диагностику у специалистов, вы можете получить курс восстановления вашего здоровья лечебными травами, массажем, очистительными процедурами панчакарма, либо же бьюти-массажем Ширадхара. Вы только представьте, что вы на пляже, подтягиваете коктейль и наблюдаете, как ласково тропическое солнце уходит за горизонт. Огромный выбор водных видов спорта, скубодайвинг и снорклинг. Лучшие волны для начинающих серферов и благоприятный ветер для продвинутых и опытных кайтеров. Кому очень быстро надоедает пляжный отдых, есть возможность отправиться в тур, посетить одно из 8 чудес света, символ бесконечной страстной любви Тадж-Махал. Либо отправиться на самую огромную в мире съемочную площадку Болливуд, посмотреть своими глазами, как снимается индийское кино. Также вы можете взять однодневные экскурсии на самый большой водопад в Гоа – Дудсагар, либо плантации специй, либо отправиться в место древнейшей цивилизации – Хампи, либо в религиозный город браминов – Гокарна. Время вашего посещения Гоа совпадет с сезоном манго, ведь в Гоа более 150 сортов. Наивкуснейшего манго, который вы можете попробовать только здесь. Его никогда не отправляют на экспорт. Ну а что же для нас представляет Индия? Ведь недаром многие, кто здесь живет давно, называют ее ласково, с теплотой. Индия – мама. Это энергетика. Это та духовность, которая помогает людям найти себя. Многие люди, прибыв сюда, находят ответы на вопросы, которые их мучили давно. Ведь именно отсюда, из Гималайских гор, мы можем черпать мудрость из древних знаний по гармонизации себя. Экзотическая и гостеприимная Индия ждет вас. До встречи в Гоа!